Надо его полицу давать пешком. Машенька, солнышко мое, посидишь тут секундочку? Мне нужно в магазин за продуктами отлучиться. Посидишь? Конечно, мам, тем более я сразу. Я скоро. Мальчики! Здравствуйте, ребят. Можно вас попросить присмотреть секундочку за моей дочкой? Еще чего? Я в сиделке не записывался. Конечно, присмотрим. Спасибо. Спасибо. Ну кто это? Ты меня видишь? Нет. Меня зовут Илья. Твоя мама попросила присмотреть за тобой. Очень приятно. Меня зовут Маша. Идем отсюда. Нет, я обещал за ней присмотреть. Ну и сиди тут, нянька. Какой красивый снег. Я знаю, что снег белый, холодный. Бывает прыгун, жесткий. Дети играют в прыжки и лепят из него снеговиков. Катаются с горки. Не только. Снег – это большое, белое, пушистое одеяло. Как это одеяло? Ну, вот, допустим, ты лежишь под одеялом, и тебе тепло. Вот так и земле тепло. Сейчас ты держишь на ладони кусочек этого большого белого одеяла. Спасибо тебе, мальчик. Мама, его зовут Илья, и он мой друг. Давайте я вам помогу. Спасибо тебе, Илюшенька, за твое доброе сердце. Не за что. Илья, а мы когда-нибудь еще с тобой встретимся? Конечно, встретимся. Мы же уже друзья. А как я тебя узнаю? Узнаешь. Сердце встречается редко, не навредить на том сердце пометка. Наши сердца, наши души, сады, каждый вошедший оставит следы. К людям быть добрым и много, и мало. Доброе семя плодам даст начало. Кто поливает в душе доброту, тот не пожнет никогда пустоту. Смотрит по-доброму доброе сердце, и у огня его многим согреться. И поразительно, что доброта не истощается в нем никогда.